Близько 20 адресов ймовірного вживання та розповсюдження наркотичних засобів перевірили полтавські правоохоронці в обласному центрі. Результат не забарився. В ходе санкционированных обысков, проведенных в настоящее время в городе Полтава, уже на сегодня изъято свыше двух килограммов перетертой конопли, большое огромное количество опия, цитилированного, которое используется для производства наркотика, так называемой ширки, в народе. Так за однею из адрес полиция выявила справжнюю нарколабораторию у квартиры. В квартире было оборудовано все для того, чтобы выращивать коноплю в домашних условиях, но ну, не простую коноплю, а из семян, которые он заказывал через интернет из Голландии. Сделал все особые условия для ее выращивания, свет, тепло, влага. И в промышленных уже условиях он выращивал эту коноплю, которую реализовывал жителям города Полтавы. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 307 та 309 Кримінального кодексу України, незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів. Тривають слідчі дії.